Здравствуйте, мои дорогие, Алёшенька с Ксюшенькой и с Вероникой. И все, конечно, остальные ваши родные родственники, друзья, знакомые. В общем, полное поздравление полного контингента Адлера, а может быть, даже и Сочи. Я, короче, знаете, где нахожусь? У себя в саду. И поставил свой столик многоугольный. Он у меня накрыт тут всякими яствами. Ну, явства, они такие относительные, ничего такого уж сверхвыдающегося, но все-таки приятно, что можно сначала покушать, сосредоточиться на задачах, которые стоят, потому что надо подстричь разом и до 7 часов успеть. А когда я первый раз смотрел на часы, было 17:11, то есть сейчас уже, конечно, время идет, еще минут 10 прошло. Ну, полтора часа у меня есть в запасе, и вот папочка все делает динамично и в то же время хочет вам еще и письмо написать, потому что вот давно я вот конкретно вам не писал, не обращался, хотя это вот все, что я пишу, рассказы Сергикова, это все, конечно, к вам, ну, кто там особо интересуется? Вплоть до того, что есть рассказы, которые не попадают вовсе на YouTube, потому что там критика содержится некоторых положений, нехороших, так сказать, положений в мировом сообществе. Поэтому все ясно, что это наша литература, и допускается, конечно, мной кое-что, и многое допускается, но это как бы побочная деятельность. Я не интересуюсь там набором этих вот лайков, хотя ради лайков иногда делаю кое-что. Но в данном случае семейное письмо – это святое, и вот радуйтесь со мной вместе, что я успеваю сейчас и покушать. У меня морковный сок есть, ведь для зрения, говорят, морковь – это очень хорошо. Морковный хлеб, такие булочки очень вкусные, хрустящие. В общем, в Альде я немножко закупился. Нусикати взял еще. Ну, нусикати – это такой крем очень хороший. И главное, он почему-то недорогой. Я так сравнил, он совершенно отличается, то есть на целый ойра меньше. Ну, хотя очень вкусно, я его раньше кушал, этот нусикати. В общем, вот такие вещи, что папа весь оснащен, и сладенькое у него есть, и сыр, вот этот перец, так сказать, на перцовой основе сыр, мазучий. В общем, я вот намазываю на кусочек. Сейчас буду проглатывать. Запиваю морковным соком. Прямо из бутылочки. Недавно персики покупал. Ну, вы будете в фильме смотреть, увидите, что там по порядочку есть такие кадры с персиками. Со свежейшими, в смысле, не только свежейшими, а со спелейшими, я хотел сказать. Вот это все было. Я гулял по Фленсбургу, старому городу, и вы можете посмотреть мои новые фотографии зданий, которые никак не объясняют историю, которую нам преподносят. Но об этом я не хочу, потому что это наш семейный праздник. Сегодня я вот кушаю и заодно диктую вам. Хочу настроение просто передать. Оно такое вот беззаботное, освещается разом, солнышком. Я сижу, правда, в тени, потому что, ну, как-то принято так в тенечке сидеть. Дует ветерочек такой очень мягкий, нежный. Но все настолько отрегулировано, что вот именно пожаловаться не на что.
Правда, вот тут садоводы работают уже на своих бензиновых, так сказать, геретах, и слышно немножко тарахтящие такие звуки, но это где-то далеко. Я сейчас сам буду электрише гереты использовать. Поэтому ничего страшного, разин нужно отметить, как же. И сегодня разин, два разина, достаточно, до 7 часов. В общем, папочка весь, так сказать, в границах времени и пространства, и в то же время ему хорошо. Яблочек, очень много набрал яблочек, они спелейшие, новая наша яблонька дает нам очень хорошие плоды. В общем, груши будут, они просто сейчас спеют, висят, так я так все время снимаю, вы там видите на фотографиях. А мои вот эти два фильма, которые посвящены, после Димаша идут, которые посвящены мне исключительно, я просто не мог там еще вас вставить, потому что как бы было бы тогда больше, чем нужно. Это вот как раз скомпоновалось с моими беседами или рассказами. Но рассказы не вошли, к сожалению, на YouTube, потому что я там критику имею, которая может не понравиться. А зачем лезть на рожон? Главное, что вибрации пущены, что вот мир нужно улучшать и делать добрым, по-настоящему добрым, по-настоящему заботиться. Сознание у нас вибрационное, то есть все, что из сознания идет, все это включается в вибрации мировые, и мировые вибрации, вот это все, что я говорю, оно доносится, и эти вибрации доносятся, сознание доносит все, что мне хочется доброго пожелать миру. Вот. Ну, а пока этот вот мазучий, перечный, так сказать, сыр, вот, и приятно, конечно, что он томатный такой, и в то же время перец тут все такое и остренькое, и пикантное. В общем, булочка свежая, морковная. Вот, я ее откусываю. Даже не открываю нусикати, потому что как-то аппетита большого нет. Просто я отдал дань вот этому Вахененде, потому что сегодня суббота, 26-е. Воскресенье 27-е, завтра будет августа, и Петра. Начинается у меня Петра, начинается школа. Я после Петра сразу иду в школу, там все завязано. Вот, заранее, конечно, надо все включить, будильники, потому что я давно уже не вставал очень рано, а здесь рано придется вставать к Петре, потому что в 9:30. Вот он сок. Вкусный сок. Конечно, если бы его охладить, но это, по-моему, для сока вообще не свойственно, для морковного, быть охлажденным. Он как раз в домашней атмосфере, температуре лучше. В общем, папа непосредственно вот так хотел это все передать, что вот хорошо. Я еще не посмотрел свои любимые цветочки полевые, но там просто уже предчувствую, что скоро дело на спад пойдет, потому что осень, есть осень. А бегать я бегаю. Я бегаю вот 16 раз, сегодня вот округлил уже 16 раз, в августе я пробежал. Ну, вот сами представляете, до Глюксбурга обратно все-таки. Даже если я и медленно когда-то, такие бывают разгрузочные, бывают, да, там я 2:20 и бегу, 2:25, бывает и такое. Ну, это много, но все равно это очень полезно, потому что вибрации всего тела от стопы, в общем, я доволен. Что еще хорошего? Хорошего, ну вот Виталичка бы тут заявился, но он так с фотографий смотрит,
в общем, дает о себе знать на каком-то тонком уровне. Костя, он тоже дает о себе знать, но он как-то сердится, когда я ему тоже письмо посылаю. Вот, ну, вот иногда я просто ему еще как бы ответвлением посылаю письмо, копию того, что мы делаем. Ну, редко вот про Олега, когда речь шла, вот эти фильмы, послал я Косте, но меня в этот же день укусила оса в лесу. То есть ему не очень-то нравится, наверное, что я его включаю все в свои фильмы. Я не знаю, чем он занимается, но вот у него своя жизнь, и понять тоже надо человека, не лезть со своими, вот видите ли, ты тут снимаешь. Ну вот вы у меня такие хорошие, такие любимые, вот как Васенька, он тоже вот такой любимый, он мне иногда есть может, и он чесаться любит, то есть это как бы раздражает иногда, вот на уровне просто того, что передается. То, что он вызывает. А он сознательно, чтобы выпросить поесть. Но я его так люблю, что это все как бы включается в общее такое вот отношение к нему самое лучшее. Я его поношу, похожу с ним. Он такой вот именно очень понимает это все вот такое отношение ласковое к нему. И он хитрец такой, он хитрец, конечно, да, но он такой все время хочет мне что-то хорошее сделать. Или рассмешить, по пианино пройтись в этой вот комнате, которую мы назвали, что это Васенькин кабинет, Алешенькина комната. В общем, все как раньше, но только вот сейчас у меня весь август комплектом в этих двух фильмах 688 и 689, если я не ошибаюсь. После Димаша сразу, которые два пошли. А там Димаша много было, разные музыкальные редакции. Как-то я всю музыку сочинял и хотел еще вот это показать из музыки. А то, что Димаш, он как бы и неизменен. Вот у меня есть хорошие фотографии, они уже такие удачные, что мне нет смысла там чего-то искать. А любители его с большим удовольствием воспринимают новые фильмы, даже если они такие вот измененные, то есть не до конца как бы новые, но они такие благодарные, мне там такие хорошие комментарии пишут. В общем, Димашка, он не только человек хороший, но еще и у него вся компания его любителей, она тоже вот под стать ему. Такой вот человечек у нас хороший, и певец, и очень скромный, ведь он вкусил славу настоящую, любовь безумную своих поклонниц. Ну вот, я стараюсь им тоже радость доставить. В общем, вот папочка такой, видите, такой вот августовский, с Васенькой вместе все время, бегающий вот 16 раз за август, это уже до Глюксбурга и обратно. А были и короткие, такие, как по времени пробежки, то есть интенсивные. В общем, все было и так, и так, и все не так, как в другие годы, потому что так интенсивно я еще не брался за бег. И чувствую, что это меня преобразует очень сильно. Ну, просто сильно, потому что аппетит очень такой активный, бешеный, я бы сказал. Как приду, я сразу все сметаю. Ну, Васе тоже достается, он всегда выигрывает от моего аппетита. Ему как бы машинально тоже идет в каком-то таком интенсивном ключе что-то. Ну, вот приду, еще покормлю. В общем, вот такие мы обычные, да, скучные немножко, может быть. Ну, что делать? Груши, яблоки – это главное наше сейчас достижение. И вот яблоня новая. А старая, она закрыта там. Она откроется потом. Откроется. Там есть яблоки, но они сейчас полностью под алычой находятся. Зеленое покрытие алычи мощное очень. Вот. Так что вот спасибо вам, мои хорошие. Вы такие любимые, такие вот чудесные.
И я рад, что вот есть кому мои фильмы посмотреть. И, конечно, вы потом будете. Я еще вас не успел включить, просто там кончалось как бы время. И уже нельзя было расширять время, там бы что-то надо было нагораживать. Поэтому вот как раз под рассказ вот мой август весь входил. И вот два таких фильма после «Димаша» я сделал. В общем, узнаем потом и вашу жизнь. Я вижу, что у вас там здорово, очень по-южному. И даже есть минусы иногда, что жара обалденная. Но жара мы всегда ценим, что это настоящее лето. Люблю, целую, папочка, вас очень люблю, и Васенька лапку прикладывает. Пока. Здравствуйте, дорогие Алешенька, Ксюшенька и ваша доченька Вероника. Вероника. Вот. Приятно. Я вот смотрю на ваши фоточки, я их уже фильм включил. Вот сейчас выхожу из дома. В общем, включил, музыку подобрал новую, вчерашнюю. Там много номеров. Ну, я так считал, вообще 11 музыкальных обшнитов. Ну, это, или можно сказать, пьесок. В общем-то, разница, конечно, есть, потому что пьеса – это законченная. А обшнит – это вроде как отрывок, может быть. Так вот, это все-таки пьесы. Там бывают маленькие, даже 36 секунд одна пьеска есть. В общем, вы сейчас увидите, что я могу иногда не длинные показывать музыкальные произведения в стиле, ну, так скажем, Yamaha. Yamaha же синтезатор. Вот. А вот коротенькие, они такие вот концентрированные. Я вообще-то иногда просто пробую формулу, какая там ритмическая формула, я еще ее не знаю, но сразу нажимаю, аккомпанемент вступает, я уже к нему тут же приналаживаюсь и пробую. Бывает такое дело, что вот есть такие ритмы заковыристые, что как ты себя чувствуешь неуютно в этом ритме. Но когда люди-то этот ритм изобретали, они вживались в него и настолько вжились, что потом им уже этот ритм казался всегда фоном, хотя он очень такой, как бы, ну, как бы сказать, шероховато контрапунктирующий, вот как. То есть контрапункт есть, но он такой какой-то острый, такой необычный, но это латиноамериканская музыка. Румба и прочие подобные стилевые модели. Вот так, ребята. Я там одну румбу попробовал, но немного, потому что мне показалось, что я еще недостаточно вжился в ритмику сопровождения. Ну, я ничего, я еще вернусь, потому что надо. Это колоссальная зажигательная игра, которая пробуждает силы радости. Я сегодня удивился позитивному факту. Обычно что-нибудь такое люди негативное замечают. Волос седой там нашел, допустим, и так далее. Вот так вот обычно. Что если заметил, то что-нибудь грустное. А тут, понимаете, я думаю, а что-то у меня как-то настроение хорошее такое. Вот это. А с чего бы это? Потом я проанализировал. Я вот сейчас, чтобы глаза поднять, у меня, понимаете что, у меня как бы слепит свет, обычный свет меня начинает слепить. Особенно, когда он действительно слепящий, там уже совсем трудно. А смотреть, в смысле, против такого света. Да вообще человек против света смотрит с трудом, а тут какая-то сверхповышенная чувствительность к этому вот свету, который в глаза прямо идет. Он как бы, ну, понятно, что такое слепящий свет. Вот, он дает такое ослабленное поле,
падение фокуса из-за того, что там много лучей, они так купаются, соркаются и, в общем, искажают. В общем, я проанализировал это дело, что, в принципе, в этом ничего нет такого какого-то, ну, даже, я бы сказал, криминального, но для здоровья. Ну, просто вот слепящий эффект. То есть чувствительные глаза стали. Ну, думаю, как бы это исправить? Во-первых, вот козырек. Никогда не носил козырек. А зря. Тут бабки, они все время надень эту шапку с козырьком. Солнце. И причем они не знают, от чего они это говорят, чтобы предохранился человек. Но они знают, что надо. И вот они всем своим внукам, там, детям, когда они еще были, так сказать, в действии более таком активном с ними, они говорили это. То есть, только от чего они не знали? Они думали, что от перегревания головы предохраняет эта шапочка. Но я, вот у меня странное детство было, и в Гатчинской. То есть там очень такая, ну, слепящая тоже может быть, но мы ослепления не чувствовали. Дети нормально воспринимают это. А вот жаркий этот вот ток лучей, это там очень даже сильно, потому что, ну, знаете, вот эти вот континентальный климат, вот там где-то континентальный климат, потому что и зима такая более суровая, чем, скажем, в европейской части России, и лето более жаркое. Есть такое дело. И мы все равно без этой шапочки пресловутой всегда в детстве были. Ну и сейчас я ее, конечно, не ношу. Но шапочку с козыречком, ведь это же выдумано не зря. Понимаете, вот выдумано людьми, которые знали, от чего этот козырек. Этот вот козырек от этих вот прямых лучей, которые идут в глаза и слепят человека. Ну, сначала, когда глаза такие адаптирующиеся вот у зрелого человека, ну, от детского до зрелого, ничего. Вот. А потом вот глаза слишком чувствительные становятся. И это приводит к такому вот ощущению, что на тебя поток какой-то очень сильного света идет. Понимаете? Поток. Хотя он раньше нам не казался таким. Потому что глаза воспринимали естественный этот поток. Так что вот от чего козырек-то. Чтобы с детства защищать уже с детства от сильного потока светового глазки. Но у нас этого никак не делалось. Так мы вот и дожили до такой ситуации. Ну, ничего, конечно, но когда ты знаешь, что это вовсе не какое-то там нарушение, а всего лишь вот этот вот ослепительный эффект на чувствительные глаза, тем более, тогда уже как-то ты понимаешь, что ну ладно, это все-таки объяснимо. Вот, объяснимо. Но, конечно, еще насчет продолжения этого разговора. Дело в том, что питание, конечно, очень важно. Но то, что они говорят, это все так, пальцем в небо. Вот чернику им надо продавать по высоким ценам. Вот они и распространили этот миф, что черника помогает. Во-первых, у нас, как назло, этой черники нигде нет. У нас вообще не урожай на алычу в этом году. Ну, то есть, вот тотально ее нигде нет. Ну, так, немножко было, но это как бы случайные плоды. Но следующий год зато она, как говорится, отдыхает, все понятно. Вот, а алыча, то есть алыча, говорю, черника, она не
гарант вот, вот этого всего. Но я пришел к какому-то собственному заключению, что вот яйца должны, понимаете, должны стимулировать формирование антибликового такого рефлекса или защитного эффекта у человека. Потому что в яйцах содержится все самое нужное, полезное, что нужно для человека. Там, если он, конечно, это потребляет. Или для самого цыпленочка, который бы вылупился, если бы его так не использовали. Ну, а это как-то все это так бесцеремонно, цинично. Это же ведь все то, что могло жить бы. Понимаете? А их пускают на питание. И, но питание это необходимое, оказывается. Понимаете, почему? Ведь человек, он не такой зверь, он не жестокий. Поэтому, когда вот мы понимаем, что происходит, то мы понимаем тогда, когда мы приходим к выводу, что это необходимо человеческому организму. Никуда не денешься. Приходится жертвовать братьями нашими меньшими. Даже такими маленькими, которые находятся в начальном состоянии развития. Видишь, что делается. Ну, без этого нельзя. А я-то всегда у меня было такое, что ну как это так? Вот яйца, это же живые уже продукты, живые в буквальном смысле. А мы начинаем ради своего питания. Оказывается, без него, без этого питания ничего не получается. Нужно все укреплять именно через яйца. Яйца, яйца. И я говорю, что когда-то вот, даже рассказ написал, там девушка какая-то вскочила, такая вот, взбаламошенная. Вот, и она купила две пачки яиц, ну, как-то их тащила беспомощно, так что вот сейчас хлопнет. Я ей там помог, ну, в общем, рассказ целый даже есть. Но это было мне как бы сообщение, что вот этот продукт надо есть. Причем там не только вот для антибликового устойчивого состояния зрения в стационарном режиме, но там и вообще от всего. Яйца от всего. Но самое интересное, что они, эти яйца, повышают настроение. Вот так крокодил, наверное, очень сладко начинает дремать, когда он свою очередную жертву, которую он схватил очень удачно и съел очень удачно. Он так ее вот переваривает, и она ему пользу приносит. Ну, что делать? Вот иногда, когда уже это касается твоих каждодневных удобств или неудобств в общении с окружающим миром, ты понимаешь, ну, надо начинать. У нас вообще вот мама с папой, то есть баба Рима с дедой Мишей, они очень так внимательно относились к этому всему. Вот морковочку, помню, чистила баба Рима. Я вот помню, сижу, уроки делаю, она в это время там почистит морковочку, принесет мне, потому что она точно знает, что вот надо, тем более растущему организму. Да всегда надо. Морковку, да, все это свежее. И яйца надо. Я делаю омлет сейчас. И как-то так все-таки не жаришь, когда конкретное яйцо. Ты знаешь, что ты все-таки не издеваешься над этим зародышем. А ты вот там смешаешь общее такое, подготовленное для омлета, молоко, подсолить надо, конечно, молоко, яйца, вот эти вот разбалтанные яйца уже раз. И вот когда ты их разбалтываешь, то там уже нет индивидуальности
у этого зародыша. Ну, тогда вроде как никому в целом ты не принес вреда. Хотя, конечно, мы приносим вред. Но без этого мы не можем. Как крокодил, наверное, тоже без чего-то не может. Ну, конечно, ему там тоже нужно вот такой вот съесть, чтобы у него там очень хорошо функция эта работала. Ну, какая и что съесть не надо уточнять, потому что это все очень такой сложный процесс. Сколько там компонентов нужных, просто не перечесть. Мы же не будем это делать. Вот почему есть философы, они умудряются общими фразами общие закономерности показывать. И для этого не надо лезть и перечислять что-то, что особенно любят специалисты по биологии. Там у них куча названий этих терминов, веществ. И все это названо, и все это они с удовольствием выкладывают. Но от этого человек здоровее не будет. Он будет вот знать, что вот это вот до зарезу нужно есть. И все. И пошел, и поехал. Вот Ксюша, она вот рыбу любит. Рыба – это вообще здорово, конечно. Я начал селедку есть, потому что она самая дешевая. Там у нас есть... Раньше эта рыба стоила... Ну, нормально стоила, как... Мы всегда... Я эту рыбу покупал, жарил. Да и при Оле мы это делали. Это было быстро и просто. Там все уже более-менее подготовлено. Только на сковородочку кидай это замороженное. Ну, лосось, пожалуйста. А сейчас вот селедку. Ну, а хорошо, они стали лучше делать селедку. Добавлять там какой-то соус такой хороший, который еще делает все вкуснее. Вот. А когда ты на кусочек с маслом эту селедочку положишь, за милую душу идет. И вот это все для глаз нужно тоже, как и яйца. Вот все-все вот это живое. С моря и с куриного двора. Ну, называется вообще вот в целом такой двор, теплый двор в деревне. Там не только, конечно, куры, там все. И птицы, и животные домашние. Там все они под одной крышей. Теплый двор. Вот у бабы Капы был. И крыша, на крыше росли там растения, ну, простые такие, что там как попадет, как семя. И полынь там, и все там было. Ну, а это все укрепляет корнями крышу. И как ни странно, немцы очень часто уже практически жилые здания для жилья людей именно так и обустраивают, то есть наверх землю. Вот так... Техника, древняя техника, конечно, славянского характера, потому что нет никаких немцев, это все ерунда. Просто это старорусские люди. И все, больше ничего. Но они не любят, им внушили, что русские дураки или там какие-то недотепы или что угодно, только не такие... примерные, как немцы. Это они, конечно, старые, конечно, немцы так думают. Молодые, они вообще ничего не думают. Но я стал замечать, что молодежь увлекается наркотиками. Ну, как вот на танцы пошли, и все. А там надо экстази, наверное, принять, и что-то в этом духе. А наркотик, он, конечно, дает тот эффект, который они ждали. То есть они опьяняются сами, хотя, наверное, эффект это знакомство от этого не обязательно получить можно. Эффект получается по другому каналу. А ты сам в себе, там, понимаешь, ликуешь, а где дальше-то шаги? Ну, молодежи же надо знакомиться, это понятно. Они хотят как-то развязать себе руки, ноги и все остальные органы, чтобы познакомиться как следует. Ну, вот они, вот эти вот современные молодежь, что-то я что-то смотрю, татуировка, все такое. В общем-то, хорошие, умненькие такие.
А тут наколото везде и кругом. Вот я покупал сандали, там девушка была. Она такая разговорчивая, думаю, дрёна мать, первый раз такую немку вижу, чтобы она была такой разговорчивой. Ну, во-первых, в результате этих всех хороших разговоров я все-таки две пары сандалий купил. То есть она как-то подогрела меня как покупателя в моих там то ли амбициях, что вот две пары, да хороших, да и не дешевых. Вот, ну, 35 и 50. Я хотел одни взять, я ей все объяснил, что мне достаточно одних, и причем по 35 хватит. Но сам практически после этого разговора, то есть она внушала, там же их недаром держат. А каких держат? Кто потребляет еще какие-то вещества вот такие, типа экстази? То ли каждодневно, то ли по случаю всяких танцулек. Ну, неважно. Важно, что таких им надо, которые могут страсть вложить в покупателя. Страсть купить. Тут страсть такая особая. Понятно. Но, тем не менее, если продавец способствует тому, что покупают, хороший. Там не вникают вообще, что он делает особо. Он, вот она татуированная, эта девчонка, вот, ну вот все, руки. Казалось бы, ну что это, в советское время бы сказать, да иди ты, знаешь, подальше, такая, из чади западной культуры. А тут нет. Толк с ней есть, ну тогда все. Ну толк вот есть, пока она сейчас молодая и не подействовали эти наркотики еще глубоко. А вот Ободзинского Валерия, нашего певца, я так любил Ободзинского, да все его любили, вся страна обалдела просто. Вот надо одним певцом, он как-то одно время занял горизонт весь. И это был мир Ободзинского. Так это было солнечно, так необычно, что прошел певец, который, в общем-то, в ресторанах пел. Где ему подзарабатывать-то? Ну, конечно, от тиражей, там все понятно, этих пластиночных, это все понять можно в его деятельности. А ежедневная работа в ресторане, ну, ясно, что там и все эти вольные ухватки потом постепенно стали прилипать. Но кто-то вот его на таблетки направил. Кто-то направил вот эти таблетки, ну, типа экстази, только тогдашние. Тогда были более тупые таблетки, то есть там вред сразу виден был, но все равно пили, потому что, а что еще-то? Где еще варианты? Вариантов не было много в Советском Союзе. И вот его направили. И действительно, личность деградируется, даже внешность начинает деградировать. И вот это вот они сделали с таким человеком, с таким певцом. Я его просто видел раньше, у меня был облик уже, он там принаркоманенный, уже как бы в моем сознании. Я думаю, ну, как-то немножко вот ему не хватает того, что у него правда было в голосе. Оказывается, это уже поздние съемки, а я посмотрел в другом документальном фильме первые его съемки. Это совершеннейший человек, красивейший, безукоризненный. И потом его внешность стала меняться. Вот именно как-то даже вот необычно, что так не должно происходить, но происходило. На клеточном уровне перестраивался даже как-то и череп, и, ну, вот мельчайшие элементы лица. Я уж не знаю там дальше как, этого уже нам не, как говорится, не открыть, но вот то, что изменяли таблетки необратимо в деградационную сторону, это точно. И вот так вот, он, конечно, может и сам попал в ловушку, но я говорю, что всегда находятся эти сволочи, которые
завидуют человеку. И они прямо-то не могут сказать, что они завидуют, а начинают вредить. Причем так вроде вот помочь, вот помогали ему, что вот ты устал, у тебя подъем сил был, а сейчас спад, надо тебе вот это вот, на, бери таблетки. И вот такие страшные советские таблетки, да они все страшные, честно говоря, но тогда особо примитивные были таблетки, которые тупо убивали здоровую арийскую конституцию, а он именно так выглядел. И потом вдруг, когда я уже познакомился с его обликом, я уже познакомился с поздним обликом, когда он уже принимал это дело. И там совершенно измененный. И то я подумал, надо же, насколько он поет как лучше, чем выглядит. А оказывается, это он уже себя угробил вот этой химией советской. Она, конечно, была западная. Там ясно, что это все перепродавали через кордон и зашибали обалденные деньги и убивали нашу молодежь. Замедленно. Ну, жалко. Жалко. А Высоцкий, кстати, ни капельки не изменился, хотя все в один голос говорили, что он мой, он там пил. Что-то незаметно. Не то, что он пил, просто нормальный мужик. И никакого этого вот соответствия нет. Потому что его, понимаете, его же убили-то как, подло убили, закатали в ковер, и он там задохнулся. Работали, конечно, спецслужбы, им надо было его убрать. Потому что он вроде и с ними там, он же очень много сотрудничал. И они вместе, он там концерты им давал. Но все-таки там общий совет решил, что в целом это не согласуется с принципами социалистического реализма. Ну, если грубо так, кондово сказать. И убрали. Вот агент какой-то среди дружков нашелся, который знал, как. Незаметно и вроде, ну что, закатали ковер, ну знали, что задохнется. А вот кто-то знал. И вот так убил при всех. И вот они все его поливали, что он пьяный там был, или пьяница вообще, и всегда. И песни у него такие, закусочка на бугорке тоже есть. Но это так он пел. Он соображал же, чтобы остаться человеком, как надо вести себя для самого себя правильно. Вот. Поэтому там половина наврана про его наркоманию многоаспектовую, то есть типа разных наркотиков он мог намешивать. Да видно же, человек не деградировал в результате того, что ему приписывали. То есть потребление вот этих таблеток всяких страшных. Они только и есть страшные. Там же все упрощенно, как бы. Эффект есть, а остальное побочные эффекты спишем. Типа не надо на них зацикливаться. Вот и не надо. Не проецировалось плохого. Я удивился. Ладно, ребята, все. То есть его просто убили, а потом они замазывали свои вот эти. Каждый же ему подсовывал то бутылку водки, то рюмку лишнюю нальют. То еще и у всех совесть нечистая, потому что все завидовали ему черной завистью. Он же ведь действительно ездил туда, куда этим его собратьям по бутылке близко не было входа. Но вот и Фурцева сыграла поганую роль вообще в судьбах этих людей. Высоцкого она не смогла как-то. У него были люди из КГБ, его друзья. Они быстро ей внушали, как надо себя вести министру культуры. Но у нее тоже были, так сказать, в партийном аппарате сильные связи. И она напакостила ему, но не настолько, насколько напакостила нашему дорогому Валерию Ободзинскому. Это гений. Это просто гений. И завистью людской погублен. Жалко. Жалко, что такие наши якобы советские люди, а они подлые были
Многие подлые. А подлый — это значит, ты его не увидишь сразу, что он подлый, но в долговременном действии ты увидишь. Он, оказывается, свою работу четко проводил. Из-под подла, как бы сказать. Ну ладно, ребятки, все. На грустном не будем, а сейчас у нас светлый мир, а теперь у нас Вероника, и мы такие счастливые. Вот наше солнце. И новое поколение, они будут другими, понимаете, там не будет таких вот завистливых баб. Ну, мужики бывают завистливые. Кто спаивал-то Высоцкого и Абаздинского? Конечно, мужики. Это вообще бабы, они только могут хорошее приносить тем, которых они любят. А они все любили Абаздинского, все, без исключения, потому что его первоначальный вид – это просто вид супермена. Человека без единого недостатка. А потом он стал каким-то совершенно искореженным. У него таких черт не было. Вот как таблетки могут изуродовать даже конституцию костную человека? Ну ладно, все. Все, папа заболтался. Надо выключать. Пока, люблю, целую. Так рад вам. Целую еще раз всех троих. Thank you.